приехал. Вот это да! А я в вас сразу увидел потенциал, еще на глушилке. Ах, дядя Артем, а вы Мишку моего сразу найдете? Сразу видно, холили или леяли, не то что старушку мою. Иди. Мишка? Мишка, ты вернулся! Спасибо, дядя Артем! Артем, большущие! Поднимись в рубку, дело есть. Спасибо вам огромное, Артем. У меня просто слов нет. Спасибо, брат. Здорово, Артем. Ну, здоров, герой. Молодцом, справился. Итак, вот наш план. Ваша группа захватывает буксир торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... И... дай бог, все получится. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И, Артём, ты приглядывай за парнем, лады. Он, конечно, разведчик, что надо. Но все лезет на рожон, понимаешь? Так что подай ему пример. Будь потише там. Ты для него авторитет. А вы же спецназ? Не танкисты? Удачи, Артём. Ты про пост, что ли? Ну, а про кого? Эти доблестные защитники, мать их за ногу. В прошлый раз там всю рубку изрешетили. Главное, пока разгружались, все нормально было. А как платить, так мы сразу восточными варварами стали. Между грузами есть узкие проходы. Давай через них. Вот сволочи. Ну так вот. Так что теперь они там хоть цинк за кило хлеба пусть дают. Я скорее в Баку пойду, чем туда. Ну, там-то тоже, говорят, не сахар. Там черт его знает, что творится. Никто не был. У тебя труд, то, что гораст. Но с нижним все ясно. Я вон ношу свою вообще. Погнали. И чего мне постоянно охрана выпадает, пока остальные на нормальные задания ходят. Везет как вот топливник. Уклейку. Хрен выжмешь. Между баржами есть плод. И вообще, иди борт. Распугаешь мне все тут трепом своим. Только клёв начинается. Ладно. Сиди. Абсолютно ничего. Ух, как всегда. Распугаю. И чего я тут забыл? Тут разве только пулю, как дурак, поймаешь? А толку не. Ну как, долго нам еще тут ласты парить? Только генератор глохнет на постах. Потому что надо было в тот раз новые свечи брать, а не это барахло. Сэкономили, бля, экономисты. Да ладно тебе, барахло. Вон сколько протянули. Тем более за новые Ахмед еще два рожка сверху зарядил. И вообще, че ты волну гонишь? Спешишь куда? Фу, опять. Стрёмно тут. Зверюга это в реке. Подумай, это ты к Чебоксарам не ходил. Держись в тени. Да, уж,
Лучше не отстоять тут. Понятно, чтобы по мне стреляли, тоже неохота. Ну, хоть бы что-нибудь случилось уже, что ли. Не убивайте! Не убивайте! Я могу заплатить! Или товар! Товар! Товар возьмите! Спокойно! Свои! Барахло нас не интересует, а вот буксир — другое дело! Взаймы! Если будете паиньками, сможете забрать его у моста! Все понятно? Да-да, конечно! Прикажите всем сдаться, и никто из каравана не пострадает! Быстро! Эй, кто живой там? Слушай мою команду! Оружие сложить и сопротивление не оказывать! Вот и молодца! Приятно иметь дело с умным человеком! Вали! Отлично сработал, Артём! Артём, наши все в порядке! Ты молодчина! Ну что, ребята, готовимся к отплытию? Если кто что забыл, то уж забыл. Времени терять нельзя. Ребята, удачи. Ни пуха, ни пера. Артём, смотри там. Да, удача нам пригодится. Ну, как говорится, 7 футов под килем. Ура! По местам стоять, с якоря сниматься. Сейчас где-то полпути пройдем, и часов до 4 в камышах покемарим. На мост лучше с утра пораньше заявиться. Туман гуще всего, да и они все после заутренней сонной будут. Артём, князь, мы того. Приближаемся. О, там, видишь, на верхотуре самый костер. Там кабина управления была. А теперь молельня. Поближе к Богу, понимаешь? Ну и вам, значит, туда. А я пока охране зубы заболтаю. Держи конец! Давай! Эй, моряк! Где баржу потерял? Хлебалом тебе торговать буду, а? Ну, Артём, погнали! Кто первый наверху, того и тапки! Удачи! Мы его излученный корягу поймали, весь борт развратило. Пришлось на место жать. Артём, князь! Аврора скрытно выдвигается на исходную. Готовы начинать по вашему сигналу. Принято, товарищ полковник. Работаем. Явились ведь, как отец Силантий говорил. Кто явился? Слуги сатаны! Ты как на заутренней не был. Не был. Допрыгаешься. Пошлет святой отец демонов исковенять. Но рано ведь. Вы хоть расскажите, что было? Ладно уж. В общем, видите, прямо на проповедь к отцу Силантию явился. Наши по лодкам и туда отца спасать. А еретик их там всех почти положил. Кто сдался, только тех не тронул. Ну и вообще безоружных, кто там был, не тронул. Не все человеческое растерял. Кто сдался, только тех не тронул. Ну и вообще безоружных, кто там был, не тронул. А что такое, кто там шуршит? Фу, товарищи, небесовские. Но
вода. Ясный красный, не видать ничего. Идти надо. Я чё так? Семён повернулся. Обалдел! Они же с Кириллом всех демонов извести поклялись. Такие не возвращаются. Да кого хочешь, спроси. Их-то мне христи перехватили, а еретик из новых освободил. Прямо отлично. Сдрефил Семён просто. Я вот думаю все. А чего им еретикам этим надо? Чего к нам лезут? Да что тут думать? На ту сторону хотят, как все. Что, сатана своих слуг а чего им на той стороне? А что его ересь против истинной веры? Все лучшей жизни хотят. А хорошо, где? Где? Где нас нет? Вот где. Чего это? Мы же праведники. Отец Зеланти с нами. Да не прошу. Тебя. Ну ты растолкуй понятнее. Это что получается? У еретиков хорошо? Да что с тобой толковать? Здорово, господин Астрашин. Может, еретики эти твои тут? Где? Да везде. Смотри, у тебя-то глаза молодые. Если увидишь, сразу кричи, понял? Понял? Чего тут не понять? А все равно почему? Готовься к смерти, господи! Непонятно. Господь милостивый и справедливый, защити нас от прикосновения лукавого и от дыхания его, и от искушения его, и укрепи нас. Здесь этот слуга сатаны! Нечистая сила, получай! Призрал я поганца! Вот он, братья! Херетик внизу был. Что-то внизу есть, кажется. Херетик здесь, братья! И мы с вашей помощью его найдем! Слава прятаться! Будет время хозяину своему сатане помолиться перед отпущением грехов! Давай, давай, попробуй убежать, отцов твоя не уйдет. Вот он, братья! Ворон, собака! Бежим, братья! Или все тут рядом! Вот еретик этот! А, здесь этот слуга сатаны! Перезарядка, братья! Спокойно, спокойно!
там кажется весело. Ты только не отвлекайся, мы тут не в тир потренироваться пришли. И разверзлись небеса, и пал на землю грешную дождь из ракет, и стала земля пеплом, и вскипели моря, и люди все не обратились, и только обитель наш обратились, и только обитель наш уцелела, и послушно нашли приют, верные Господу, и с милостивился Господь. И промеж них избрал старшего именем Силантий. И рёк ему, по те поры буду с вами и буду беречь вас, пока верность мне храните, пока технику бесовскую отвергаете. Отвергаем! А пуще прочего! Отвергаете ли хитрость дьяволову? Ток электрический проклятый подарок лукавого глупцам, чтобы те о себе возомнили, будто стали превыше Господа и превогущественнее Него! Отвергаем! Истинно! Ибо в токе электрическом и соблазн сатаны, и яд его! Ибо не только тот, кто отринет ток и атом, и машины всякие, пройдет в царство Божье. Лишь того, кто себя не заморал, пропустит хлебные чертоги Господа, царь Рыба! Слава Рыба! И не убоимся пришлых, что с войной к нам пожаловали, что напали на приют наш. И хоть стоит у наших ворот и конь железный, маслом машинным смердящий, током электрическим, не убоимся! Встретим во все оружие врагов наших, ибо настал наш час! Аминь! Аминь! Так пусть же десница ваша разит слух нечистого без отдыха и сожаления, ибо исполняем мы волю Господа нашего, и от него примут враги наши кару и воздаяние за грехи. И все, что стоят у врат наши обители, развеются, как пыль на ветру, когда исполнится воля его! Добрались на 4 километра! Катерину увели, до меня добрались! Ух ты, шустрый Артём! Слушай, мы здесь просто проездом, понял? Если наших пропустят, они стрелять не будут. Мы старались ваших не обижать, кстати. А Катерина сама нас просила забрать ее с дочкой. Ну что, все понятно? Чего не понять-то? Сначала головорезов местных извели, а теперь и за нас взялись. Стариков и детей тоже убивать будете? Или уже вдоволь крови напились? Уезжайте с глаз долой. Пусть Бог вас за грехи карает, а мне надлежит Пасху мою беречь. Ну вот и молодец. Братья, внимание! Огонь не открывать! Слышите? За стрельбу прокляну! Вот все, что мог. Вы, главное, не стреляйте, а машинисту скажите, чтобы не гнал, мозг еле дышит. И останавливаться нельзя, мозг рухнет. Вам придется прыгать. Давайте рубить. Мы тут договорились с местными. Нас пропустят, если не будем стрелять и пойдем малым ходом. А, и останавливаться нельзя. Прием. Неплохо мы сработали, Артём!